Всем привет! Вот вам небольшой лайфхак, как разжечь в сырую погоду древесный уголь без розжига. Просто берете любое растительное масло, чуть-чуть, буквально грамм 100 проливаете и даете немного ему впитаться. А дальше он загорится и загорится без проблем. Ну и как вы можете убедиться, масло загорелось, теперь подождать и можно жарить шашлыки. Ну и когда угли уже хорошо разгорелись, раскалились, можно приступать к жарке шашлычков. Шашлыки я готовлю из свиной шеи, маринованные в луке и в майонезе. Если кому интересен рецепт, пишите в комментариях, потом покажу, как это легко делается. Шашлык получается очень отменный, тает во рту. Вот такой вот простой, нехитрый способ. Пользуйтесь на здоровье. Всем пока, а мне приятного аппетита.